Привет, дорогие любители математики! Мы сейчас с вами вновь путешествуем по России. Сейчас возвращаемся из Москвы с концерта на Красной площади. А сегодня, именно в эту минуту, хочу поделиться с вами потрясающей идеей. А что если всем нашим артистам, музыкантам, певцам поддержать математику, поднять ее на новый уровень, поднять образование наших ребятишек, помочь всем учителям и мне в том числе. Давайте включать в свои песни между строчек, между куплетами, припевами математические формулы. Как здорово звучала бы песня Филиппа Бедросовича. Знак настроения синий. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Цвет настроения синий. Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту. А Оля Бузова, умница, отличница, закончила высшее учебное заведение. Она бы помогла нам. Мало половин, мало половин. Площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Мало половин, мало половин. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный. А Леонид Агутин. Хоп, хей, ла-ла-лей, дважды два, конечно, четыре. Хоп, хей, ла-ла-лей, трижды три, наверное, девять. Ну, а наш Валерий Яковлевич, мой любимый. Между нами памяти туман, ты как во сне. Ты как во сне. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятого с противоположным знаком. А произведение корней приведенного квадратного уравнения равно свободному члену. Лев Валерьянович, Лев Лещенко, мой любимый. Ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Между собой не пересекаются. Прощай, на всех вокзалах поезда уходят в дальние края. Прямая бесконечная, через две точки можно провести только одну прямую. Прощай, и ничего не обещай над небом на юря. Прощай, да-да-да-да-да-да-да. Ну, можно, если слова забыл, сразу правило. Сумма смежных углов равна 180 градусов. Вертикальные углы равны. А Тимати, Тимати, конечно, нам должен помочь. Вода седан, баклажан. И тут же в концовочке он выдает. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. Это вообще всем поможет. А Дима Билан, неужели он останется в стороне? Я знаю точно, невозможно, невозможно. Площадь круга равна пи r квадрат. Влюбиться та-на-та-на так неосторожно. Длина окружности равна 2 пи r. А квадратуру круга уже и решить нельзя. Не можем мы найти площадь квадрата, равного площади какого-нибудь круга. А Михаил Сергеевич Боярский! Хе-хей! Если бы он вместо своих фраз трех мушкетеров в канале «Черт побери, тысяча чертей», если бы он заменил их, эй, гвардейцы кардинала, корень из двух на два, или черт, нет, не черт побери, а синус 30 равен 1/2, а синус на косинус. О, вот это ругательства были бы в устах Михаила Сергеевича. Ну и песню, конечно же, он, наверное, исполнил бы. О-о-о-о-о, зеленоглазое такси, о-о-о-о-о, притормози, притормози. И формулу сразу же. Разность квадратов равна произведению разности на сумму этих же чисел. Алла Борисовна, неужто она останется в стороне, ведь у нее детки подрастают с Галкиным. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Сумма кубов равна
суммы на неполный квадрат размер. Запомнить легко. Первая скобка совпадает с тем, что было. Вот, ребятки! Ну что же, наши мои любимые певцы, поддержите нашу акцию! Смотрим телевизор! На MTV теперь будут математические формулы. Всем большой музыкальный привет!